все. Поднимай. Лицо ему, лицо покажет. Лицо покажи, урод. Не надо отпускать. Убрать дело. Давай. Лицо покажи. Это, блядь, сука. Почему сюда нож в карман положили, а? Что вы такое? Почему нож в карман тебе положили? Им делали. О, товарищ, остановитесь. Ребята, а я любезный, создал часть родины. Почему нож тебе в карман положили? Я был солдатом, они защищают. У этого человека в кармане нож. Остановите, у него нож в кармане. Бог им помогает. Товарищ полковник, почему человека с ножом отпустили? Дайте мне с этим разобраться. Почему отпустили человека с ножом? Да не дергайте меня в сторону. Почему отпустили человека с ножом? Почему остальные преступника с ножом? И как человек, который много в этом мире повидал, я уже говорил, и побывал, а это точно. Почему отпустили преступника с ножом? Я преступник с ножом. Вы его отпустили только что. Преступника с ножом, а сейчас буду карман нож и отпустили его. И сегодня... Почему отпустили преступника с ножом? Почему отпустили преступника с ножом? Навище вы с ножом, який мене тільки що побив? Пояснить. Я вас звал. Он при вас. Он в нож в карман и убежал. Стойте! Представьте, подполковник. Вы отпустили преступника с ножом. Який мене побив? Я вас звал. Я переслідував. Ви переслідували, он меня отвлекал. Кто вас отвлекал? Вы положили ему нож в карман. Он при вас положил нож в карман. Вы наступили на нож, он положил нож в карман и убежал. При вас. Вы его отпустили. Представьтесь. Вы подозреваете, что преступник тоже. Я представник прессы. Пожалуйста, Тарабанов Сергей Юрьевич. Можно? Посмотрите на камеру. Подрывные представники прессы справжні. Десь є там центральних телеканалів. Вон он стоит, с бригадой стоит. Убери все, пойди. Пойдем, вопрос.